Шойгу, ну ты кто такой вообще? Давненько не было этой рубрики. Пригожин налетался, Гиркин засиделся. И в отсутствие этих двух преступников, не знаю, как вам, а мне лично не хватало добротных дискредитирующих оплеух, летящих в сторону Шойгу. Журналист системы под прикрытием позвонил вербовщику секретной сети ГРУ Кеше. Ну а тот показал, что Шойгу в армии никто не уважает. Ты нам кто такой? Ну, тот же Шойгу. Никто. И ты, представь, 25 тысяч берут и снимаются с передних позиций. Пищец. Что там будет? Вот и все. Модиками они будут дырки закрывать. Они и собирают. Я на Артемовске был. Они собирают 200-х. Жара началась. Повздувались, как шарики. Война довольно-таки жесткая. Я в этой теме с 99-го года. И я побывал на многих конфликтах. Такого я еще не видел. Чую, блудному попугаю не поздоровится. А как вы думаете, какова дальнейшая судьба Кеши после его слов? Пишите комментарии, с радостью почитаю. А также не забывайте о лайке, подписке на наш канал и, конечно же, колокольчике.